Ехали мы, ехали, и наконец приехали. Почти. Ехали, ехали. Чуть-чуть где-то осталось, все. Пробиваем новую колею к медведю. О, лебедка пошла в ход. Вот надо как влез, раз с лебедкой зацепил и прошел. Лена сегодня выезжает, да? Да, в 6 часов за ней приедут. Блин, мы так к 6 точно не вернемся. Нет, не вернемся. Уже почти 6. Думаю, что мы теперь и к 8 не вернемся. Вероника, я надеюсь, там. Вероника, я думаю, что там уже, поэтому. Ну, вот, сам себя тянет. Эксклюзивные кадры. Вряд ли такое где-нибудь увидишь. Угу. Бедный Мишка. Реалити-шоу. Мягко говоря, запутался в проволоке. И вот едем его вызволять. Мишка дикий, лесной. Ну и чего у него? Лебедка не работает. Стучит ногой. Советская техника. Иначе не работает. Ногой постучал, все. Да он это, боком провалился, левым. Угу. Да, сидит на этой самой, как я. На заднице сидит. Они-то ладно, а как мы сейчас сзади? Дерево близко очень. Ну, видимо, да. И направление не то. Тянуть там вперед или вбок. Ну да. Так он все равно он вбок пошел. Какая разница. Господи, мне уже. Это мы уже. Больше 200 километров от города отмахали. Почти, говорит, приехали. Леса Ленинградской области. Там, где есть медведи. Там, где есть медведи. Мотает не туда. На бок мотает просто. Это потихоньку, потихоньку. Ну, потихоньку он пошел. Не идет, да. Ну, давай, родной. Там Мишку надо вызвали. Веточки кидают. Такие маленькие веточки, может, потом там что-то сделаем. Не, ну он тянет же. Давай, давай, родной, выкручивай.
вылез почти, он уже зад. Ну, да. Нормально. Да, все, ломаться. О, вылез. Главное, чтобы он сейчас колею не углубил, потому что нам по ней ехать. Машинка-то у вас немножко ниже, чем у него. Ну все, чуть-чуть осталось до Мишки. Да, уж точно не ступала нога человека. Здесь глушь полная, а то тут даже непроходимо ничего. Это же мы колею-то пробиваем сейчас. Болотина. Угу. Мне нравится отечественные егеря, платок на голове. Правильно. Живут больше, чем у меня, между прочим. Ой, слава богу. Больше, я успокоился. Да. Даже я немножко стала спокойнее. Молодцы ребята.